Смотрите, какая красота. И такой ровный прям луч. Ровный-ровный. Это самолет летит, видимо. У нас же какая красота. У нас уже вечер. Вечереет. Класс, смотрите. Такой ровненький прям по всему небу проходит. А вот тут, кстати, уже он такой становится. А вот здесь прям ровно-ровно-ровно. Ощущение, как будто разрезали так небо каким-то лазером или ножом, там, я не знаю. А, он это в бок уходит, смотрите. Вот тут дуга. Дуга-дуга, он вниз куда-то в бок уходит. А такой ровненький был. Вот, а у нас тут цветочек. Цветочек. Один уже заканчивается. Планирует распускаться другой. Там у нас что-то. Тоже что-то цветочки всякие. Цветочки. Обожаю, кстати, декабристов. Мне кажется, это самые лучшие цветы, какие только могут быть. Самые такие неприхотливые, красивые, быстро растущие и легко распространяющиеся. О, ушла она в бок. Все. Смотрите, тут уже почти не видно. Вовремя я прям так подошла. Красиво как. Какая красота. Что? Рассказывай. Рассказывай. Ты стираешь что? Ткань, да, стираешь? Короче, у нас есть вот такой шарф красный. Он длинный такой, очень такой. Ну, я не буду показывать, потом покажу. Он длинный, и он очень сильно красит. Сколько бы я его ни стирала, хотя я стирала довольно мало, раза 3-4, наверное. Вот еще мои родители, моя мама, по-моему, с ним ходила. Но он длинный, мне нравится, что он теплый и длинный. Но я хочу все-таки его добить. А добить я его хочу. И как можно больше, знаешь, чтобы эта краска слезла. Потому что им укутываешься зимой. Да, зимой ему укутываешься, и потом весь нос красный от него, губы, подбородок. Вот что потеет, то и красное потом. Ты что делаешь? Ты моешь, что ли? Продолжение от тебя следует. Вот, и мы его сейчас с вами будем замачивать. Даже, наверное, вот так его положу. Вот. Вот такие вот мыльца у меня есть. Каждый раз после мыла остаются. Вот маленькие, я их не выкидываю. Их замачиваю, либо полыми мою, либо когда стираю, вот тоже их кидаю. Мы их тоже тут положим. И они лежат у нас. Так. Вот так, в кипятке я ее замочу. Попробуем, посмотрим, сколько раз у меня получится. Чтобы он не сгнил, не дай бог. Вот, полежит немножечко, вода остынет, я, наверное, следующую воду налью. Ну, пойдем, пойдем, что ты хочешь? Что ты там хочешь? Что? Что? Ты тут все сложил, да, Дима, все сложил, посмотрите, аккуратненько все сложил, свою одежду, да, только вот эта вот рубашка, она в другом месте у нас, на, в комнату ее отнеси. Да, все аккуратно. Сам все сложил, сам разделся, мы пришли, сам сложил. У тебя своя пьеса, да? Или как ее? А нет, не пьеса, как же называют-то? Ч
Что, все? Теперь мама? Давай по очереди, да, Димуль? По очереди. Что ты куда смотришь-то? Что ты в камеру все смотришь? Так, мы садимся кушать. Вернее, мы уже кушаем. Дима скушал уже кашку. Да, малыш? Кашку. И у нас сейчас салат. Вот такой салат. У Димы с маслицем. Здесь яичко, кукуруза, помидорка и специи. Кориандр, кунжут, чеснок молотый и семечки тыквенные перемолотые. Ну, у меня тоже так же все, только с майонезом. И вот такие вот мы полюбили. В прошлый раз мы пробовали, Диме очень понравились. Хлебушки, как их, тостерки. Вот сейчас мы сначала салат съедим, потом я планирую тостерки вместе с маслицем. Да, малыш? Сейчас мы будем кушать. И потом вам расскажем, вкусный был салат или нет. Кстати, кукуруза из фикс прайса. Да, называется соленье варенье. Бренд. Так что вот он нормально выглядит. Но у нее отдельный обзор будет. Да, малыш? Скажи, да. Да, смотрите. Скажи, да. Начал? Да. Чего? Вода покрасилась, оказывается. Посмотрим с вами. Видно уже. О, смотрите, офигеть. 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 Ой, слушайте, вообще. Вон какая красная. Как бы мне еще ванна не покрасила. И сколько ее стирали, она нифига не отстирывается. Ой-ой-ой, да. Офигеть. Сейчас сольется. О, насколько красная вода, ну вы представляете? Я не знаю, сколько раз мне ее придется, его, вернее, этот шарф промывать. Ну, вода ужасно красная. Не знаю, вообще смоется эта краска или нет. Вот тут даже видно, вот, темно-красная и светло-красная. Мама. Да, мама. Надеюсь, моя ванна не покрасится. Ладно, посмотрим. Сейчас это было первый раз. Потом покажу, что будет у нас еще.